Я помню, какая-то книжка, где рассказывалось для женщин, как дрессировать мужчин, и на примере собак. Ну, то есть, в этом смысле изменить поведение человека, привычки можно. А проблема в том, что мы же хотим, чтобы он захотел что-то. Если женщина хочет, чтобы мужчина уделял ей больше внимания, ну, она это может как-то спровоцировать какими-то как бы странными движениями по контуру, из-за чего мужчина ум за разум заедет, его внимание привлечется. Но она-то хочет его какого-то страстного вовлечения, какого-то чувственного вовлечения. То есть, на самом деле, изменить вот эту вот установку нашу внутреннюю, изменить другого человека, она связана с потребностью вызвать какое-то чувство, вызвать какое-то желание. То есть, если говорить про весь спектр отношений, поведение поменять можно, а вот вызвать желание, любовь, интерес, вот это изменить невозможно.